11-й год подряд проводится соревнование Донецкого филиала «Укртелеком». Благодаря этому за последние 10 лет на объектах подведомственных «Укртелеком», расположенных в Донецкой области, не допущено ни одного пожара. Все знают, что пожар легче предупредить, чем его потушить. Так вот, задача добровольных пожарных дружин в этом и заключается, чтобы предупредить пожар, а в случае возникновения ликвидировать его в начальной стадии. Такому вниманию, которое уделяется со стороны руководства... В этом году принимает участие 30 команд. В соревнованиях два этапа. Первый – это мы сдаем профилактику, и второй этап – уже непосредственно сами соревнования. Гаева Людмила, электромеханик электросвязи. Синий флажок. Потушить.